Дарин, тебе не лень с этими цветами возиться? Может, лучше что-то поиграем? Нет, не лень, цветы тоже пить хотят. И вообще, за ними нужно ухаживать. Не, ну понятно, что они пить хотят. Но для этого же есть учительница, уборщица. Вот пусть они их поливают. Ром, чего ты возмущаешься? Тебя никто не заставляет эти цветы поливать. Просто я это делаю, потому что мне это нравится. Нет, Дарина, я не возмущаюсь. Если нравится поливать, просто я бы на твоем месте в крестики-нолики поиграл, а то скучно как-то. Ром, ну если тебе скучно, возьми стих, повтори. Все равно ведь стих придется рассказывать. Да я этот стих уже дома наповторялся, надоело. О, а давай в морской бой поиграем. Рома, я играть не хочу. Да ну тебе, скучная ты какая-то. Вот сейчас придет Лера или Лиза, вот с ним я и поиграю. Вот с ними и поиграешь. Всем привет! Привет, Ром, привет, Дарин! Привет, девчонки! У нас для вас с Лизой очень крутая новость. Попробуйте угадать, какая. Да, новость супер! Попробуйте угадать! Новый набор косметики купили себе? Девочки, да что вы тянете? Скажите и все! Ну, а вы угадайте, угадайте! А что, в столовке сегодня булочки бесплатно раздают? Да, Рома, у тебя не булки в голове. Нет, Рома, не булки сегодня не будет. Ура! Добра! С чего вы взяли, что уроков сегодня не будет? А-а-а! Рома, не обращай на них внимания, это они шутят! Вообще-то не шутим. Сегодня уроков не будет, потому что Валентина Ивановна заболела. Если не верите, то можете позвонить Валентине Ивановне и спросить. А что с ней случилось? Заболела. А вы откуда знаете? Вам что, Валентина Ивановна звонила? Я просто сегодня видела завуча, и она сказала, что Валентина Ивановна заболела. А замену нам еще не могут найти, поэтому уроков, скорее всего, не будет. Подождите, подождите. Если уроков не будет, может, домой просто пойдем? Рома, ты понимаешь, что мы не можем пойти домой, потому что нам могут прислать замену? Ну так если у нас замены сегодня нет, зачем нам целый день сидеть в школе? Будем целый день играть в морской бой! Ну если на то пошло, давайте позвоним Валентине Ивановне и спросим, что нам сделать. Она все равно, скорее всего, скажет нам пойти домой. Да, сейчас, она так возьмет и скажет нам идти домой. Она нам скажет уборку в классе делать, домашнее задание повторять. Я предлагаю так. Давайте мы не будем никому звонить, говорить. Просто будем сидеть тихонько в классе. Точно! Будем играть в войнушки! Рома, я сказала тихонько посидеть. Ты чем слушаешь, а? Рома, если мы будем шуметь, то нам точно пришлют замену. А если мы будем сидеть тихо, то нам никого не пришлют. Ладно, ладно, понял. Будем молча сидеть на уроке. А кто-то знает, какие нам оценки по диктанту ставили? Потому что я знаю, что Валентина Ивановна проверила наши тетрадки. О, у меня есть идея. Наши тетрадки лежат у Валентины Ивановны в столе. Давайте посмотрим. Нет, мне, конечно, тоже интересно узнать наши оценки по диктанту. Но вдруг, когда мы будем смотреть наши оценки, зайдет какой-то учитель. И что тут такого? Мы просто ищем свои тетрадки. Дарина, мы же будем тихонечко. Ладно, хорошо. Я согласна. Лера, лезь за тетрадками. А почему ты сразу я должна идти? Пускай Рома идет. Не-не, так не пойдет. Ты придумала, ты и лезь. Ну ладно. Лера, ты что, в тетрадках заблудилась? Да подождите, ищу. Ребята, смотрите, что я нашла. Ну как я вам? О, что это такое? Дай мне! И мне, и мне тоже дай. Держите. Сейчас вам еще дам, там их много. Да. Да. Такая красота. Смотрите, какие красивые. Есть вещи. Вы что, с ума сошли? Это личные вещи Валентины Ивановны. Лера, тебе что сказали сделать? Тетрадки найти, а не лазить где-то. Рома, что ты волнуешься? Мы их померяем и положим. Мы же девочки, нам нравятся всякие цветочки. Не беспокойся. Да, Рома, успокойся, посмотри, как красиво. Смотри, какие мы красотки стали. Красиво? Да, супер. Вы понимаете, как за это она может влететь. Лера! А что там еще интересное есть? О, Рома, вот это по-нашему. Что тут у нас есть? 2 литра минеральной воды. О, я дай нам водички попить. Держите. Так, о, девочка, дайте мне воды попить. А сейчас дадим, сейчас сами побьем, мы тебе дадим. Так, смотрите, что нашла туалетная бумага. Рома, хочешь туалет? А, вот еще заодно и мыло с собой возьми, чтобы руки помыть. Знаешь что, Лера, это не смешно. Дарья, дай я тоже. Держи, подай, возьми крышку.
тебе красивенький поясочек. Да брось свой поясок, что там еще интересно? Так, ладно. Лер, ну так что там, где там наши тетрадки? Да ищу, я ищу. Лерка, а можно как-то компьютер включить? Может там какие-то игрухи есть? Не знаю, сейчас попробую. Есть, работает. Я немножко поиграю и уйду. Рома, отойди быстро от компьютера. Лера, тебе что сказали? Выключай компьютер. Да выключай. Рома, ты понимаешь, что если зайдет какой-то учитель, то нам из-за тебя одного попадет нам всем. Да все, все, я уже ушел из-за компьютера. Что ты кричишь на меня? Лера, там есть что-то еще интересное? О, ребята, я наши тетрадки нашла. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас. Да, ребята, хочу вас огорчить. Наши тетрадки еще никто не проверял. Да, узнали оценки. Ну, раз наши диктанты не проверили, Лерка, давай вылазь под стола, чтобы пока нас никто не заметил, сложить все. Ладно, давайте сюда все цветочки, трусишки. Лера, ничего мы не трусишки. Просто из-за того, что мы роемся в учительском столе, нам очень сильно может влететь, а мне это не нравится. Лерка, а там что, вообще ничего интересного нету? Нет, нету, Рома. А хотя... Ребята, угадайте, что я тут нашла? Наш журнал? Бутерброд! Косметику? Не угадали. Та-дам! Кофе! Карамельное! Мое любимое! Давайте заварим быстрее! Лиза, не спеши, а где ты воду будешь кипятить? Где, где? В чайнике, конечно. А где ты здесь чайник найдешь? Ром, если что, там есть электрический чайник. О, это уже другое дело. Хватит болтать, я вам не все показала. Та-дам! Ух ты! А где ты их нашла? Нужно знать, где искать. Так, Ром, ты иди налей воды для кофе. Зачем? Есть же бутылка минералки, ее мы закипятим и сделаем кофе. Ладно, говорим. Лерка, доставай чайник для кофе. Не вопрос. Лерка, много не лей, а то долго закипать будет. Да успокойся, я знаю, что делаю. Девочки, можно я уже буду конфеты открывать? Нет, нельзя. Кофе сделаем, тогда и будем открывать. Рома, иди лучше посмотри, что фундаментов классно еще. Все тихо, все нормально. Ну что, чайник закипел? Да закипел, закипел. Давайте быстрее. Держи. Так. Вот еще один. Так, вот нам. Спасибо. Так, что там наш чайник? Давай, Петюня. Интересно, что нам будет, если Валентина Ивановна узнает, что мы съели ее конфеты? Ром, вот обязательно про Валентину Ивановну напоминать. Когда заметите, тогда и ты. Девочки, а чем кофе мешать будем? Лера, там в шкафчике нету ложек? Нету. А чем тогда мешать будем? Когда нечем помешать, приходит на помощь ручка! О, Рома, молодец! Лерка, ты давай быстрее мешай! Да все, кофе уже готово, вы лучше конфеты открывайте! Да давай быстрее, быстрее! Так, Рома, я сама открою! Да ладно, просто очень вкусно.
к вам предложение. Смотрите, давайте еще возьмем по пару конфет, остальные замотаем и положим на место. Вот, даже кофе мы поставим рядом с торном, и никто не заметит. А когда заметит, уже будет очень поздно. Я вообще-то думала, что мы все конфеты съедим. Лера, что ты выдумываешь всякую ерунду? Если начали есть, то мы должны их доесть. Ну, о, хорошо. Давайте проголосуем. Кто за меня, поднимите руку. Понятно. Ну что ж, съедаем все конфеты. Налетаем.